На улицу без зонтов и головных уборов советуем не выходить. В ближайшие дни в Дагестане ожидается сильнейшая жара до 43 градусов. Об этом сообщает Дагестанский центр гидрометеорологии. Особенно жарко будет 20 и 21 июля. Максимальная температура воздуха Дагестана нагреется в низменных районах до 43 градусов, в предгорных до 40 и в приморских и горных районах до 39 градусов.